имеют прямое отношение к цепным тропям. А именно, я сейчас вам напишу тройку. Давайте остановлюсь на этом. Пожалуйста, посчитайте. 1,2,3. В виде обыкновенной дроби. В виде обыкновенной дроби. Числитель разделить на знаменатель. 5/3. Понимаем. Всем понятно, что вот это 2 первых. Да. А тогда это будет 1/2. А вот это будет, знаете, сколько? 3/2. А 2/3 и 1 + 2/3 это действительно 5/3. Отлично. А 5 это число Фибоначчи. С каким номером? Видите? Это 5-е число Фибоначчи. А 3 это какое число Фибоначчи? 4-е. А сколько здесь было дробных черт? 3 штуки. Значит, если было n черточек, то ответ это будет φn + 2 разделить на φn + 1. Давайте это докажем. Представьте себе, что кто-то написал выражение такого вида. 1 + 1 делить на 1 + понятно, да? 1 делить на. И там ровно n дробных черт. Докажите, что ответ это будет n + 2 число Фибоначчи делить на n + 1 число Фибоначчи. Мы уже знаем, что когда дробных черт 3 штуки, получится 5/3, так? А давайте я напишу выражение, когда 4 четверти. Согласитесь, не перетружусь. Уже 2 написал, 3 и последнее 4. Я хочу это посчитать. Смотрите, я могу сказать, что вот это то, что у нас уже было. Значит, это 1 + 1 делённое на 5/3. Это что такое? Это 1 + 3/5. Есть такое правило, да? Когда делишь на дробь, надо поменять местами среди знаменателей. А это 8/5, так? Да, есть. Yes. А как в общем случае это выглядит? Если мы с вами уже знаем, что вот это выражение, это φn + 2 делить на φn + 1, да? То что будет здесь? 1 + 1 делённое на n + 2 делить на n + 1, так? А это что такое? Переворачивается, считайте, дайте меняться местами. Это надо φn + 1 разделить на φn + 2, да? То есть в числителе стоит сумма этих самых фишек, а в знаменателе стоит φn + 2. Но n + 2, n + 1 числа, это в точности n + 3.